снов для успокоения. И для укрепления сновидения. Да, смешарики перед сном полезны в любых видах. Расселись тут безбедники. Убирать кто будет? Папа Лисёрская. Ну, а ты помети. А я только посуду вымою. Друг мой, мой гениальный, а почему бы вам и с этим детям показа мы автоматизировать? Что ж, батя здесь уборки? Что сам себя водить собирает в мусор? А потом все, что потеряет? Конечно, он сам будет выбирать, а у вас появится время подумать о вечном. Пылесос!